Доброго времени суток, дамы и господа. В тот момент, когда мы занимаемся профессиями, у нас, конечно же, имеются различные реагенты, ранги реагентов, которые мы вкидываем в крафт для того, чтобы получить вещицу более высокого ранга. Само собой, если у нас нет этих реагентов, то мы никак нормально посчитать ничего не можем. Также нам еще желательно знать, сколько вообще нам нужно мастерства, сколько мы получаем бонус от вдохновения, и может быть мы даже можем использовать реагенты хуже качеством, и при этом мы вообще ничего не потеряем. Ва, которую хочу вам предложить, Викаура определенная, она поможет со всем этим справиться, она подставляет различные реагенты по вашему усмотрению, сами раскликиваете там все абсолютно, и результаты все видны абсолютно. Также показано, сколько мастерства выше нужного мы вообще получаем в тот момент, когда делаем крафт именно с такими ресурсами. Давайте наглядно все покажу, как это выглядит. Открою для начала вот так, и потом открою вот так, чтобы все абсолютно было видно и весь функционал был виден. Что у нас идет вообще по стандарту в классическом окне, например, кузнечного дела? Мы можем нажать галочку на использование реагентов лучшего качества, и тут у нас просто написаны шансы, наш процент. Что позволяет сделать Викаура? Викаура нам показывает, сколько мастерства сверху мы вылутываем от вдохновения. То есть, например, в моем случае это 57. 57 мастерства идет сверху от того числа, которое имеется, и то есть это прям чересчур много, и это круто. И если разблокировать все реагенты абсолютно, то можно просто-напросто подкинуть реагенты разного ранга. То есть, к примеру, раскаленный изначальный сплав. Я возьму его, закину, ну, к примеру, просто-напросто второго уровня, и все. То есть это гарантированный крафт 392 нагрудника. Ну, мы знаем то, что эта вещица, конечно, малого этом левела, и с такой вещицей в мифик рейд и в двадцаточке кинь ты, конечно же, не пойдешь. Мы докинем концентрированный изначально настой. Да, Викаура также позволяет докидывать реагенты, которые находятся справа, дополнительные вот эти все абсолютно, и какие-либо украшения, и настои, то есть полный функционал. Докинули. Что видим? 33% шанс, 42 мастерства сверху. То есть даже использование Т3 слитков даст нам что? То, что мы сделаем гарантированно этот нагрудник. Круто? Да, круто. Но, конечно же, если мы добавим, например, послание, то это уже будет не гарантированный крафт. А если украшение, то тем более. И, возможно, даже и не нужно использовать слитки третьего ранга. Все верно, абсолютно. Можно использовать слитки второго ранга при таком крафте. Потому что два мастерства еще остается, скажем так, бонусного. Викаура очень хорошая из-за того, что просто-напросто позволяет разблокировать реагенты, подставлять их, подкидывать, делать скриншотики, кидать людям, заказчикам, которые хотят у вас что-то покрафтить, что-то заказать. Картинкой объяснить проще, чем объяснить это все на словах. Ну и к тому же при прокачке профы, при крафте инструментов это тоже может быть выгодно. Архив со всеми вашками моими, также там и эта вашка будет, все это будет в описании. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!